Опа. Я покупаю в Red Band. Две ветки. Поехал угнетать мид. Кто у нас еще? А, Рубик. Так, я что-то уже по привычке хотел на курицу нажать, но не буду. А что тебе не спится, или ты каждую ночь так? Не спится. Ну, вообще, да. Я сейчас каждую ночь часиков до 5 бахаю в дотку папчики. После тяжелого рабочего дня, после тренировочек, я Решил. еще и В дотке дополнительную отдохнуть. нагрузку себе даю. Так, значит, Не жалеешь ты себя? не жалею. Вообще, совсем не жалею. Бля, у меня ник Так. какой-то спендин. Игорек, надо вот так вот, наверное. С тангусиком я, наверное, потом разберусь, да? Что Допустим. надо? 2-2-5? Ну да. Все правильно. Так антимаг же. Как ты выкладываешь под вышкой? На будущее. Это я умею, это я уже научился. Все правильно. Ой, чихнул, как хорошо еще. Не хреново, конечно, с аллергией-то. А, ну ладно. Сейчас, ребят, таблеточка подействует, я перестану говорить как уёбок, начну, может быть, даже и веселиться немного, когда немножко жопка охладится после игры с догами. Хотя пик возгорания был, наверное, во время второй игры Что было такое? против Натиков. Ну, типа, вот какой у вас счет был? 40-8, что-то такое. 40 на 8, а у нас, по-моему, 19 на 1. Ой, вот так вот, Игорёк. Ну, вы играли против догов, а мы против ВП. Тут Уровень. да, но сам ты понимаешь, пенетрация есть пенетрация. Welcome to the penetrational, как бы как international, Игорек, только. Да, понимаю. Так, это что мне его монобернить? О, это прокачаю. Оп. Ой, ой, не добил. Блин. Ничего страшного. Я тоже много пропускаю крипов. Я сейчас стримил эту игру, кстати. Рок СВП, знаешь, сколько крипов там въебал? Сколько? Очень Много? много. Да, еще и 0.11 был. А, ну. А я видел, там смотрю, Джаггер ультует в троих. Вроде все хорошо, а потом он просто выходит и. Да, нехватка О. итмов был. Там один сюда только отожрался у нас. Медас имел. Понятно. Нафармил себя. Сюда умеет. Не, Сидуха, он безотказный. В хорошем Блин, смысле вообще слова. нормальная тема. В последнее время покупаю кофе и бахшу его, и туда пломбир. Обычный ванильный. Такая тема. У тебя мороженое не кончается? Так я покупаю его, обновляю. Большой пломбир, ну кусок и кидаешь, А, понимаешь? кусок пломбира. Да. Я думал, целый. Ебанулся. Ну, знаешь, после там какой-то очередной пенетрации в доте, целый пломбир в чайную маленькую, знаешь, кружечку маленькую, которую с мизинчиком оттопыренным пьют, туда хуяришь просто его. Блин, почему он забирает моих крипов? Прекращай, пожалуйста. Ты, ну нахуй, у тебя же нет Квеллинг Блейда, почему ты такой жесткий? Походу он просто задрот. Да. Воу-воу-воу. Полегче. Да он там такие фишки мутит. Блин, насколько же все-таки блинк у антимага лучше, чем у квапы? Горян, тут даже словами не передать. Ой, крипочков не добиваю. Опа. Раньше он был. Опа. А ты ульту видел, Андрей, вообще? Кого? Антимага? Вот ты ее тыкаешь, так мышкой двигаешь и. Там, Просто да, я тебя слышал. Примерно до сюда долетит с верхней линии. Да-да-да. Вот там как-то вот такой, что ли, АУЕ примерно. Блин, ну это же не важно, добиваешь крипов, не добиваешь. Если ты отличный парень, тебе повезет, ты выиграешь. Я въебал Андрей Крипов и при этом приговаривал, то что начальный фарм, он как бы не Да, имеет значения. конечно, начальный фарм, он. Главное действие потом. Вот именно. Потом будет время реабилитироваться. Минут 5. Реабилитироваться, чтобы. Вообще-то игра была минут 17. Ну там логическое завершение наступает раньше. А это не бьет логическое завершение. Понял. КГ не было. Не, ну так-то да. Игорян, 10 крипов есть у меня. Насец. Блин, да что же он такой ёба? Надо Ой, господи, моношилд боже мой. качать себе. Что-то я уж привык, играю в доту, стримлю. Я же не стримлю, никто не видит, как я пью крипов. Зачем я даю инфу об этом? Правильно. Все бы думали, что ты очень сильный. Позвали бы тебя в команду какую-нибудь. Например, RockSkiz.
Да нет, там что-то какие-то слабые. Да хватит, пожалуйста. Прекрати уже. Горян, я не знаю, он всех забирает у меня. Ублюдок. А ты не пробовал его убить? Ты первую манку еще надел? Так, а все, он без манки уже, Игорек. Ты ведь... Ну. Он все потратил, он думал, что я замакшу, а я-то что, я хитрее. Потрачено. Двести жизней у меня, правда, сейчас. Ну, вон, может, Рубик что там покушать принесет мне. Так, Потауэр, это любимая моя. Оп! Раз, два, три. А, ну тебя нахуй, лучше этого добью. Сегодня, кстати, тоже играл с Раксов. Важная игра была, короче. На выход там, откуда-то. Я стою под мой влёгкой против клака. И со мной еще саппортит ЦСКА. Понял ситуацию, да? Под мой лёгкой против клака. Иска там полисам фармит у меня. Ага. И, короче, я ФБ дал клаку просто так. Ага. Он рокет надо вкачал внезапно. Качаюсь. Я просто бил крипов, он баху и бил меня. На ФБ. Игоря, ну, мало ли что случается. Ну, знаешь, типа, я много игроков там комментил, смотрел. Тасян там на ФБ постоянно закидывал. Так, я подумал, а Рубик мне немного помочь не хочет? Ему похую. Подумал, что я хуже, что ли? Ну ладно, я постою здесь тогда, Рубен, если ты не против. И вот так. Ой, почти, ну почти. Так, и на шарик сейчас себе. Персик уже почти есть. Оу. И бах. Оу. И бах. Я тут ганг видит. Я вот хотя бы не нафидел. Не пизда. Ну, да. А он вот уже закинул. Не, ну вы там вдвоем, вам комфортно. Ты комисс где? Никто не было. Мне трое пришли. А? В смысле, Нигма, там раз-то была. Ну, не за ворды все сбили. О, поднял. Да ну. А зачем? Ты говно ебаное. Да, ну рейндж, конечно, сейчас АУЕ этой ульты, это просто кошмар. Ать. Почти. Мисс, Игорь, мисс. Вообще, ноль. Угу. Магнус тоже мисс. Вообще мисс. Вот это вообще с нурокопашку. Я полностью. Полностью. Давай, давай, антимажик, ну-ка. Я снизу БД забрал. Бах, бах. Это тогда Магнус, он походу домой пошел и будет гэнч делать, Андрей. Понял. Игорян, я буду бдить. Mm-mm. Не бдить. Я видел. В миде он. Я кофеек просто пил и не мог сразу дать инку. С пломбирчиком? Да. Хорошо. Так, еще крипочка пропустил, но не страшно. Ну, Магнус на миде такие все дела. 28 крипов, Игорь, на 6,5 минуты. Нормально? У меня 40 на 20. О, у меня нормально примерно. Так. Без маны вообще. Хорошо. Неужели ты, Андрей, убиваешь Магнуса, нет? Куда? О, есть, есть Магнус, Игорян. Угу. Блин, надо, наверное, отменить, чтобы это... С каста просто ульту поставить, чтобы было видно, какой там радиус. Вообще, Игорян, наверное, надо это все-таки покупать, там, ПТ антимагу, как думаешь? А, ты даже без сапога, да, решил? А, зачем? Ну, не знаю, как ПТ, а сапог — нормальная тема. Я покупал, типа, верно себя чувствовал. Что-то хрен его знает. По-моему, так герой довольно быстрый. Почему ко мне в метро бег делает? Все, этого добью уже, этого добью. Я все ушел. Спасибо, спасибо. Бах. Воу. Идите нахуй! Где Рубик? Ну, без ульта, если че. Кто, блядь, без ульта? Магнус. Да, это при мне было. Ульта точно там нет, Игорян. Я выжил. Еще и убил эту высоса, блядь, ебаного нахуй. Как Артизи сейчас сыграл, к нему тоже все приходят, умирают. Не знаю, как ты сыграл. Как холл, смотри какой. И что делает?
чернее черного. Во, ребят, ребят, продолжайте так же, чтобы у меня никого не было, я тогда буду качаться нормально. Мы всех размотали, я твоего убил на миде. Миса, кстати, не было у него. Хорошо. Бах, бах. Слушай, я и крипов начал, у меня 38 уже, прикинь, Игорёк. Нихуя. Серьезно. Так, может, и тебя в команду какую-то позовут? Может, а, позовут. Вы даже на International можете поехать, да? Да, мы поедем, Игорь. Мы пакуем чемодан уже, фоткаемся mm-hmm. на визы. Mm-hmm. Магнус, Мит, где? Ебать. Игорек, ну я долго качаться буду, знаешь? Ты можешь это увидеть, посмотрев, сколько я плюсов качал уже. Короче, у меня два этих ублюдка. Андрей, твой камень опять у меня. Сори. Можно попросить его вернуться. Вряд ли. Игорь, а ты знаешь то, что вот на International, по-моему, на первом, то ли на втором качали как антимаг? Вот когда этот антимаг против Вайда было вечное противостояние. И как вы качали? Игорян, 1-1-4-1. Там очень боялись умереть. А, я помню, там БФы были знаменитые. Да-да-да, и Войды с бэктреками там тоже были. Понял. А, все нормально. Да, интересно, раз-то ошибется. Ошибется. Да все ошибаются. Раста тоже ошибется. Магнус уебок крипам не подходит. Так, Игорек, ну если вот это вот то, что сейчас происходит, можно назвать мидгейм, то в мидгейме у меня фарм пошел уже. Угу. Плюсики есть, все как надо. А потом если это, профессионалы... Андрей, если это мидгейм, то у тебя должны быть core items, по-моему. Так, подожди. Что там у тебя? Персерверанс. Это у тебя в Core Items? Да. Как ты обманываешь? Core Items. Слушай, Vanguard, Яши нету, нету пока. Походу там... Early Game все еще. Не, на Early Game тоже не дотягивает. У меня ни стиков, ни ботинка. Starting Items тоже не то. Situational, наверное. Угу. Тан-тан-тан. О, слушай, хороший АУЕ, действительно. Блин, ко мне пришел Магнус, и мне не покачаться особо. О, слава богу. Так как это, слава богу? Мы же за одну команду играем. Ну, типа я сейчас мег куплю, и будет нормально. Андрей, а ты, если что, сможешь с ним подраться? Я, да, смогу. В смысле, чуть-чуть сейчас, пока до меня. Сейчас. Ну, он уже сейчас будет, смотри, драться мы. Меня гангают. Бом. О, много. Ошибется? Вот. Давай ты его там сам. Сейчас, смотри. Хорош. Что творишь? И бах, чемпион. Какой дисциплине. Да по всем. Чемпион мира по киберспорту, как в каком-то интервью про Лекса писали. Mm. Ну, это интервью того же плана, где Virtus.pro чемпиона, да что ж там мира. Так, Игорек, ну смотри, на 12-й БФ есть. Найс. Nice. Только не прилетит ко мне, а так есть. Теории. Но если... без РП. Но если не прилетел, Андрей, ты не считаешь. Вот видел? Блять, Игоря, ладно, я засчитываю. За это, затаймил. Блять, дайте ему мегу. Мегу. И мы можем драться, да, если честно? Ну, можем. Я бы хотел даже. А не помню, что. Я пойду. Да они тебя не смогут. Я знаю, что я не смог. И Рубик. Ой-ой-ой. Хорошо. Поэтому дайгер. Так, короче, ладно, все, я АУЕ посмотрел, можно телепатика оставить. Короче, саппортище по плохо смотрится. Андрей, что кричи, а с FTP там с мекой все дела. Ага. А, ты с кинжалом и бах? Да. Лол, ну это же OP. 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 Че, ты мид еще готов, да? Я всегда готов, только тут нет никого. Раз ты там была. Блин, вот сказал тебе на 12-й, а прилетит он аж после 13-й.
Пиздец. Короче, смотри, я вот сейчас сюда захожу, если она тут. Игорян, да. 13.02. Это нормально? Такое. Я самый быстрый на 9.50 приносил. Приносил уже. Да, он приносил. Всё. Я иду, иду, иду. Я уже увидел. Рубик, блядь, очень далеко стоит. Очень. А Блэкхол же... А, маны. Почему всадили? Полный бип, вот. А я качаюсь, а опять... просто класс. Понял, да? Блять, мне-то что-то так антимаг нравится, Игорян. Это вот не за этих суппортов. Блять, да где вард поставить, да что делать вообще? Да-да-да. Применение на карте какой-то. Кэрри умирает, ты думаешь, блять, моя вина, меня там не было. Тут, блять, тысяч. Ну, правда, если игру проебывают, то говорят, что ты мудак, вот это неприятно. А суппортов-то никто так не... Так никто так не скажет, обычно говорят, суппорты мудаки. А, слушай. Блять, ты можешь сказать это. Действительно. У тебя вся власть. Два меча, власть. Мы, например, ёбывали, я всегда. Походу, просто у кого Quelling Blade, тот того власти, этот айтем недооценен. Намного больше власти дает, чем кажется. Ты представляешь, какая у тебя ответственность с этим айтемом? Я в том месте передал его кому-нибудь. Да не, мне нравится. Теймбер пришел наверх. У него нет форстав, а у меня все хорошо, все классно. Пах, пах, пах. Всех. Тысяч, тысяч, тысяч. Нигма в медиа. Будет кто? Застанил меня, засаленся. Вот треп в мид. Поднять. Хорошо. Чаще, Андрей. На следующий, на следующий. Давай. Поэтому пусик вообще не смотрит. Кажется, ты, короче, все на прерываешь. Да, походу. Да-да-да, я прерву ему. В мид ты поделал. Он? Вы его ждете. Только давай тавр туда убьем. Давай. Аквилу включай, Андрей. Ох, еб. Игоря, ну надо было? Надо было включать. В смысле, Аквил? Какой Аквилу? Я умер с тебя. Я говорил, как бы ответственность какая. Не собрал Аквилу, все, уже чмырят. Кошмар. Играть. Ладно, пойдет. Не расстраивайся. Я понимаю, ты в первый раз, типа. Короче, смотри, Дивил Спирита, может, тут поймаем. Пойдем, пока крипов не будет сейчас. Так, чай, бах, я артефакт один куплю себе. Вот этот вот. Сейчас. О, Андрей. Мне даже нажимать на кнопку не пришлось. Ребята, может мин самое? О, Растик. Ну как бы... за какой дагер. Позору. Ну пойдем мид сломаем. Нам надо. Вон у нас варды даже у этого. Массивный серпент варды. Да-да-да. Магнитозавр, парни. Тут видели копус. Вышку. Нам надо вышку. Смотрите. Не... Опа. Осторожно, он агр. Кто агр? Дагер, возможно. Фиксан, ладно. Нет, никогда не бойся, бей. Бей его, не стесняйся. Бей их, не стесняйся. Все. Бой, бью. Бью. Игоря, ну надо же оставлять. Опа. Смотри, меня, нормально, меня, Андрей, тебя. Нормально, Андрей, бей его, я мепу там. Эй, а, и все, а куда ему дальше идти? Меня дашь правильно меку? Игорь, наверное, все-таки я зря тебя послушал. Кто знал? Кто ж знал? А хуска раньше такой. Я стала молясь. Андрей, я стакну тебя за то. О! И бах. Земляная хуйня. А, ты маленьких? Я думал, ты уже кого-то посерьезнее стакнешь. Там хускар посерьезнее. Хускар нормально себя чувствует. А в мид будет кто? Я могу. Задефить они без... Надо мид задефить и низ сломать. Я сейчас сделаю все. Тогда будет максимальный профит. Мид задефить. Давай лучше низ сломать. Ну давай ты... А кто будет со мной дефить? Не знаю. Короче, ладно, я блинками пошел на мид. Будет подкрепа? Миде. Так, я... да, иду. Идёшь? Оставься, Игорь, да, я здесь. Я просто плюнул. Хорош. Окей. О, меня вытащили отсюда. Нормально, нормально. Как, Андрей? А. Да, это оставляем. А у меня тут настакано.
Андрей, ты там ультом всех убил? В них мог бы да я испугался, Игорёк. Ну, царя, иди сейчас ебани. Ты же всех убьешь там. Прыгаешь, тычка, еще тычка и ульт. А если у меня дизейбл, дизейбл и в пиздак. Дизейбл хелп? Я готов драться. Мать. Твою мать, у него же есть кнопка. Так я есть нахуй он там. Это по делу пущу. Блин, у него магия низкого кулдауна. Будет этому че? Бля, магнус нет, я на базе. Блин, а все это время мог качаться и сплит пустить. Пожалуй, так и буду делать. Сплит пустить, это клево. Вообще, Андрей, знаешь, пока мы не встретились с тобой на том коридоре, у меня было все идеально. Игоря, ну ты руководил мной, я кнопки только нажимал. Ты их в последовательности нажимал? Да вроде в той, как ты просил все. А Нис не хочет спит пусть? А, ты еще отдыхаешь? Я вверх спит пусть, с Растой вместе. Вообще, знаешь, черта? Раз дает какой-нибудь скилл скрипов, там молнию добить их, ставит варды, ты блинкаешь, ультуешь уже. Нормально, всё. Нормально. Я вокруг умираю, там взрывная волна у нового ульта. Попробуем. А можем, кстати, Рошан убить, я у меня слово нормальный такой. Или Низ. Мы с Ванином Низ пойдем. Стянем всех, а ты в топ должен пушить. Блин, там пусть, залетит пусть, меня, пусть. Кто залетит? Ой. Какой войд? Бля, у меня еще хусик фармит, чего рует. Обычный блюдок. Согласен. Get back. Хорошо. Мы снизу делаем. Давайте. Если к нам все стянутся, Андрей, ты должен быстро запушить и сломать. Хорошо. Они, видимо, хотят, что я не массаем. Раз, то сверху, например. Да, они сверху все тусуются. О, войд, войд, войд. Понял. Я ушел. В смысле? В смысле, а чем я там сделал? Там и Нигма еще. Нас трое, Андрей. Ты должен делать. У меня трое. Как там? Яш уже. Там Fire and Wheel у Хусика. Опа, Андрей, тебя, походу, взяли. Или нет? Или нет, Игорь? Или да. На. На. Нам не сломали. Блин, так плохо, Андрей, когда у тебя замучен пускар попадается. Блин, самое плохое, что Хускар это классный чар, на самом деле. Опа. Чё так? Ну этот парень не классный. Щит. Сколько у меня? 4.9 уже. 0.7 рубика. Походу вот я, парня. У тебя что с хп, Андрей? Я регенюсь, у меня бфчик. Блин, вначале мне эта игра нравилась, теперь она говном пахнет. Ух ты, какой классный трек. Сзади это можно. Кто? Войта? Тут прям... А, вот опять. Я не сплитпусю. Я сплитпусю, нет. Скар тоже на топе. Скар? А чё он делал? Скар, он дефит. Не знаю, он просто это пэшит, это база. А, понял. Походу фан. Я, пожалуй, дам тоже мут. Они, по-моему, дальше пойдут.
Ясен фиг, бояться нечего. Я, пожалуй, доломаю Т1. А я, наверное, вот это доломаю. Бля, мне немножко. Как насчет того, чтобы стороны им отдать нахуй? Вообще. Давай тавр заберем еще. Снизу вы хотите? Ну да, давай снизу. Ой. Они же, вон, смотри, уже варды потратили, правильно? Ну да, трон не пойдут, худим делать. А снизу мы их сейчас примем. Вот, Игорек. А Войт-то без ТПшки, Игорь! Зажигай! Ну, ТП сделал. Молодец. Понятный прихват. Тут еще АТП от земляной хуйни. Еще ТП. Берите его, надеюсь, вы его убьете. Убьем. Со времени. Ё-моё. Мека, Андрей. Не, ребят, чего-то не хватает. Понятно. Че? Я умер. А он базу ломает. А хусик это не пробить? Или пробить? Нет, пробить. Если бы я соло пошел на харду, я... Ну, ёбок на хусике. Решил, ща я забужу. Изи-герой. Ну да. Сука, 11 раз он уже покорил паблик. Он что-то пишет? Running into 5 people for, cause I don't care. Ну, правильно, мужик. Типа, мне покс. Блин, а мы тавр даже не сломали. Начали драться, глупцы. Ну как, там надо было уже? Другого выбора не было у нас. А. Я с Каинчиком, например. Ну вообще поплюем на них. В них хотя бы. Хера с ума носа. Такой хуй он сосал в меде. Здоровенный. Вообще, если ты ультанешь в расту, когда они будут с рядом, они будут с рядом. Да, я так и сделаю. У нас есть очень неплохие шансы. Опа. Она не сдохнет? Сдохнет. Хорошо. Бесконтактный бой. Что-то мне кажется, сейчас я здесь могу поесть. Каках. Не стоит. А, не могу. Зерош, а я. Кто там? А, я. Хусик напал. Да, еще может быть. У меня нет уже репортов, к сожалению. У меня есть, я это... Когда сдохну, тогда напишу. Хотя это, чё это я? Когда убьем всех их, тогда напишу. Чё, вместе будем? Будем. То Магнус балуется уже своим ультом. Один получил. Ядовитого. Кислого. Так, ну чё, второй отдаем? Ну, как сказать, Войт вот получил. Деремся. А, Войт Аэгис. Я почти разрушил защитное строение. Андрей, помнишь, я говорил, ебать у него там? Каны. О, смотри, заехал кто. Кто заехал? У меня заехали. Меня, походу, приехали. А там он купол не ставил случайно? Нет. Там и не надо. Блин, плохо, что не ставил. ТП. Я прилетел, но... А, прилетел. Прилетел, стою, пока жду. А ты что купил? Манту. А. Ну как, все делают. Ну да. Ну, сейчас вартовочки заформлю. И Магнуса. Я уже прыгал же. Это кто залип? А. Это я уже залип. Ну тут, по-моему, это мало что нам могло помочь, не думаешь? Ну да. Ну вот. Так, и как я обещал, хусику надо бахнуть все-таки. Репорт. Плеер. Тортик? Да, тортик. Да. Блин, а что-то репортов так мало. Я так, не тех людей, что ли, репортил? Наверное. Ой, байда, там хорошо все как. Я дал ему кисло. Ой. Ой. Смотри, он выбрал не тебя. О, блин.
Так, ворвался. Три накинул. А, нет, один. Задожил там большинство. Они решили прямо и хекс, и сетка. Сейчас, через 20 секунд я их на базе отхуярю. И бах, я сделаем уже... это? Я уже начинаю делать. Угу. Будь хупа. Ребят, под фонтаном его. Кто, куда? О, ребят, ща будет. Давай. Отвечай, ща клёво будет, ща клёво будет. Смотри. Иду. Чё меня нападают? Отстаньте. Ой, чё будет, Андрюша? Андрей! Андрей, я давай, просто В. Я пошёл. Бить, герой мой, нет. Опа, хусик, поехал, блять, почти. ГГВП. Что-то у меня такое отчаяние, ребят. Ну тут дело не в нас, понимаешь? Наверное, не в нас. Будет 19-1, охуеть. Нам +1 нужен, пусть.